живые и мертвые. Я остро чувствую отсутствие людей, которые ушли. Сойти с ума и жить, безумствуя, ноль умножая на нули, нельзя. Уж лучше посох. В опыте утрат, как белка в колесе, вертись всей памятью. Но, Господи, куда они девались все? Я в гроб смотрел со всею утлую своей способностью смотреть, и труп мне показался куклою и мерзкою игрушкой смерть. Потом из пустоты бесчисленной свет, черно-белый на просвет, возник как смысл, но обессмысленный, как если б да сказала нет. И это все. Молчи, а то еще беду притянешь, как магнит. Но если что-то мнит чудовище живых людей, то пусть не мнит.